Время пошло. На выступление минута. Булгаков, Горький, Островский, Лермонтов. В этих конвертах отрывки произведений классиков русской литературы. Участники узнают, какой им достался текст за несколько секунд до выступления. Бывает, что мы не видим знаки препинания, мы не так делаем ударения. Мы просто проглатываем и переставляем местами слова. Конечно, это все учитывается членами жюри. Никому я не буду сопутствовать. И охоты мне странствовать нет. Мне к лицу стало всюду отсутствовать. Вот уж скоро 14 лет. А это уже стихотворение Анны Ахматовой. Ее поэтические строчки, тоже спрятанные в конвертах, декламируют все с разным успехом. Это один из этапов конкурса. И ночи наших пламенным чадом я к тебе никогда не вернусь. Сложные слова были сейчас? Не особо, просто когда волнуешься, все тяжело. Новосибирск, Кемерово, Томск, Москва. Барнаул присоединился к всероссийскому чемпионату среди старшеклассников по чтению вслух впервые. На этой неделе испытания проходят по районам города. Все волнуются, у меня руки дрожат, сердце тын-тын-тын. В распоряжении членов жюри баллы от 1 до 6. Ребята, набравшие большее количество очков, уже в эту субботу сразятся между собой в выразительном чтении незнакомого текста на городском этапе. Насколько сложно даются обсуждения? Ну, обсуждать действительно сложно, потому что ребята все старались, все эмоциональные, все попытались очень быстро текст почувствовать. Финал всероссийского чемпионата по чтению вслух пройдет в Москве в мае. От краевой столицы поедет только один, но лучший представитель. Елена Кузовкина, Александр Андропов. Наши новости.